Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20:00. Надя Васіна шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну. Вітаю всіх, з вами я, Надя Васіна шоу. Четвер говоримо про спорт. І партнер мого проєкту – це Моршинська спорт. Перше – правило тренувань. Поруч зі мною сидить один з найкращих баскетболістів України Олександр Кобець, гравець команди «Будівельник» та гравець збірної команди України. Привіт тобі! Всім привіт! Слухай, ну нарешті я буду говорити про баскетбол. Дуже давно про нього не говорили, хоча я обманюю себе, я взагалі про баскетбол не говорила. Да, ти в мене перший. Ну, все буває перший раз. Ну, і не кажи. Слухай, давай тоді почнемо одразу з гри, яка відбувалася вчора, а потім ми вже будемо розбиратися з тобою, про твою баскетбольну кар'єру, розбиратися з баскетболом. І розкажи, будь ласка, вчора, зараз розпочався Суперкубок України, ви грали проти Прометея вчора у Palace of Sport. Ну да, він вже закінчився. Это как бы одна игра. Чемпионы страны играют против чемпионов Кубка Украины. Вот, и так сложилось, что «Будівельник» стал чемпионом Кубка Украины в прошлом году, а «Прометей» выиграл чемпионат. Вот, и это одна игра была, он уже закончился, то есть вчера. Как начался, так и закончился. Вот, и поэтому мы, к сожалению, не смогли одержать победу в этом матче, но игра была интересная для зрителей. Обе команды набрали больше 200 очков на две команды. Это для баскетбола очень, очень крупный счет. И, в принципе, игра очень была интересной. Слухай, ну а як ось ви не виграли, да? Ви... Це одна гра, правильно ти кажеш? Да, звісно. Да. І ось які емоції, да? Хочеться спортсмен, його головна мета – виграти змагання, щоб там не було. Не виграли. Ось відчуття команди, що ну все, пацани, капець. Ну, чи як? По факту ні, тому що це тільки начало сезону, і, звісно, кожен спортсмен грає, щоб виігрувати, і чемпіонати, і, можна сказати, всі спортсмени тренуються, там можна... Всего лишь три раза за год поднять этот кубок. Это суперкубок, кубок Украины и кубок, и просто чемпионат. Вот, поэтому ты весь год тренируешься, и очень неприятно проигрывать, особенно вот в таком матче, как суперкубок, один матч за трофей. Но это обратная сторона, как бы спорт, не все могут побеждать, то есть сегодня одна команда сильнее объективно, завтра другая, и это... Це хорошо, це і називається спорт. Я пам'ятаю, як Майкл Джордан сказав, я так сказала, нібито ми з ним спілкувалися. Ну він казав таку річ, що я промахнувся більше ніж 9 тисяч разів за кар'єру, програв майже 300 ігор, 26 разів не довів завершаючий бросок і промахувався. А терпел поражение постоянно, и поэтому я успешен. Да, то да, есть... это очень классная фраза. Это он в своей книге написал. Очень, очень, кстати, классная книжка. Ну, так и есть. По сути, спортсмены совершенствуются на своих поражениях, своих ошибках. Вот. Ну, гаразд, давай тоді розбиратися в правилах баскетболу, да? Що я, як глядачка, знаю, це ви, дві команди, хлопці, бігаєте по такому полю, да, граєте з м'ячем, закидуєте в кільце. Це все, що я знаю. Ну, не совсем по маленькому полю, потому что поле достаточно таки большое. Але на вашому фоні воно здається маленьким. Ну, возможно, да, потому что баскетболисты сами по себе крупные. Вот, правила простые, играют 5 на 5 в составе 12 человек у каждой команды, которые могут делать замены, ротацию, то есть и играют 4 четверти по 10 минут. И та команда побеждает, которая в конце четвертой 10 минутки ведет в счете. Слухай, а ось ці очки, за що вони даються? За правильну передачу, за кидок, за те, що попав м'яч в кільце, за що? Ну, баскетбол очень простой вид спорта. Тут та команда выигрывает, которая больше забивает в кольцо. То есть очки даются только за забитые мячи в кольцо. Есть трехочковый, двухочковый, штрафной бросок, который расценивается как одно очко. Но, в принципе, если говорить банальными выражениями, то
команда, которая забивает больше в кольцо противника, та и выигрывает. Все просто, нужно больше очков забить в кольцо противника, чем они нам. Слухай, ну знаєш, чому я сказала, що площадка здається маленькою? Тому що реально ви робите там 10 кроків і все. Ви з одної частини, да, до іншої добігаєте за 10 кроків. Ну, площадка 28 метрів. Вот. От кольца до кольца ровно 28 метрів. И это так кажется, когда ты бегаешь на площадке и ты делаешь 20 ускорений подряд без остановки, уже совсем по-другому площадка расценивается. Ну да, зараз ми, до речі, включайте, будь ласка, Facebook та YouTube, тому що зараз ви можете побачити саме гру, де ось і тебе зараз показують. Олександр Кобець зараз там бігає, такий під номером 21, і кидає м'яч, і попадає. Це який був, трьохочковий? То був трьохочковий, так, да, кстати. Очень хороша гра, це, мабуть, самая результативна гра в моїй житті, тому що тут я забив 39 очков в Дніпру. 39 очков – это очень много, достаточно для украинской суперлиги, поэтому ну, достаточно хороший матч был от меня. Я гарну гру найшла, да? Да, очень хорошую, очень правильную. Так, давай тоді розбиратися. Трьохочковий, двохочковий, яка різниця? Це наскільки ти ближче до кільця, чи сам формат того, як ти кидаєш м'яч? Нет, трехочковая линия, там буквально вот она расположена дугой на площадке, она находится на расстоянии 6 метров 75 сантиметров сейчас, и она очерчена так, если ты из-за нее забиваешь, это 3 очка. Все, что внутри трехочковая, это 2 очка, и есть еще такое понятие, как фолы. Если игрок противника фолит при броске, то... Что делать? Ну, фолы есть, как это как в футболе фолы, когда, грубо говоря, игрок нарушает правила, то есть он бьет по рукам или толкает в спину, это называется фол. Uh-huh. Вот, и тем самым как бы игрок идет бросать штрафные, 2 штрафных, и каждый штрафной бросок расценивается как 1 очко. Зрозуміла. Тоді до правил. Що не можна робити в баскетболі, коли ти вже під час гри? Ну, бегать с мячом нельзя, не делая ударов в паркет мячом. Да, это запрещено. Максимум можно делать только 2 шага. Вот. Да и вообще ограничений. Фолить нельзя, руками держать соперника, когда он атакует. Очень много ограничений в правилах. Вот. Баскетбол очень динамичная игра. И поэтому сейчас усовершенствуют постоянно правила, чтобы он становился еще динамичнее, еще интереснее. Вот, поэтому как бы федерация международная следит за правилами постоянно. Ты так розчаровано про це розповідаєш. Ні, наоборот, я только за. Так, гаразд. М'яч. Скільки він важить? М'яч для взрослого баскетбола, это называется семерка, і он весит 675 грам, если я не ошибаюсь. Я так завжди боюся за глядачів. Ось цю гру, яку тільки що показували, да? А ні, там ще одне відео буде. Глядачі так близько і майже біля ось кільця, да, куди ви закидаєте м'яч. І мені здається завжди, що можна просто в глядача потрапити цим м'ячем. Ну, буває, дуже часто. Кстати, це не так опасно, як в футболі, тому що сила вот именно передачи там игроков и по сравнению с ударами футболистом, когда бьют футбольный мяч. Вот недавно ситуация была, когда Криштиану Роналду бил поворотом, промазал и попал в женщину Стюарта. Да, это намного опаснее, чем в баскетболе. Вот, поэтому не все так критично. Иногда бывает, попадает в зрителей, но это как бы все отбивают мяч зачастую. Серьезно, не бывает такого, что Ну, всякое бывает, конечно, всякое бывает, но чаще всего как бы более опаснее, когда крупные игроки выпрыгивают, хотят сохранить мяч, то есть чтобы мяч не вышел в аут, и выпрыгивают в зрительские трибуны и как бы падают на зрителей. Вот это вот поопаснее уже будет. Жах, ну и являю, вага баскетболиста плюс-минус? Ну, я думаю, средний вес, не знаю, там за 100 кг, 195, вот по-разному. Ну, приємного мало. Ну, конечно, да, когда на тебя 100 кг падает, это не совсем приятно. Ну, хоча, якщо це твій улюблений баскетболіст, то можна і чекати там стояти. Да. Можна ще раз, пожалуйста. Зараз я перемотаю руку, ногу, да, і падаєте.
Так, зрозуміло. А ваша форма, я, ну, звичайні шорти, футболка, майка, да, але ви ще багато на себе вдягаєте, перебинтовуєте ноги, лікті. Ну, хто-то бинтує, я не знаю, ну, прям не бинтують, мабуть, але є всякі защитні на локті штуки, как бы эластичные, которые помогают баскетболистам, у кого-то там проблемы с локтями, у кого-то с коленями. Вот поэтому, ну, баскетболисты защищают себя. Это не выглядит не так, как в хоккее, но все равно, как бы лосины кто-то одевает, ну, это гармонично выглядит. Слухай, а у вас нема таких приколів, як у, наприклад, плавців, да? Вони все тіло депіляцію роблять, щоб плести швидше, да? І зайве волосся, ну, воно заважає швидкості, а так, хоп, депіляцію зробив, ручки, ножки і як рибка. Ту! Ну, у нас такого нет, да, потому что у нас нет, к счастью, сопротивления с водой, вот, поэтому... Поэтому нет, мы таким не занимаемся. Ні, ну може щось інакше, я не знаю, як ну, приклад. Ну, блин, не знаю, кстати, не могу вспомнить ничего такого, ну, просто, наверное, суеверия свои какие-то, не знаю, даже такого нет у нас, в принципе. Ну, окей, а що для вас, ну, наприклад, суеверия, да, як ти сказав, які у вас вони існують? Ну, очень разные, это специфически от игроков зависит, некоторые... делают одно и то же, как бы перед играми, кушают одну и ту же еду, спят в одно и то же время, не знаю, перед игрой целуют какую-то руку, что-то там делают, крестятся, целуют кресты, цепочки, ну разные суеверия, у каждого свое, кто как это видит, кому что помогает, кто во что верит, не знаю, некоторые, у кого там религии свои, кто-то молится, кто-то еще что-то. То есть разные очень вещи, которые рутинные баскетболисты называются. Слухай, а ты не думаешь, что это может заважать? Ну, точно не мешать. Если ты веришь, что это тебе помогает, ну, это как эффект плацебо какой-то. Ну, если ты веришь в это, оно может тебе помогать. Ну, ось я просто помітила, що мені стало легше, коли я там ще виступала на змаганнях, і зараз, коли я виступаю в різних шоу, я помічаю, що якщо я, ну, відштовхуюсь від того, що я в щось вірю, да, і я розумію, що я це не встигла зробити перед виступом, то такий в голові, опа, буде казус. А так ти такий вільний, ну, тобі все рівно, ти просто там робиш свою роботу, працюєш, ну, як ти можеш. Ну, если ты веришь, значит, ты не забудешь это сделать. Вот, или ты найдешь время это сделать. А если это не так важно для тебя, и ты забываешь это сделать, значит это было не так важно. А ты что робишь? Я, наверное, ничего такого не делаю. У меня нет каких-то определенных суеверий. Вот, я просто настраиваюсь на игру. Слушаю любимую музыку. Могу даже прямо перед... вплоть до ігри слушати музику, яка мене настраює. Під час гри бігати і слухати. Після ігри, звісно, ні, тому що тренер мене виключить, мабуть, на второй минуті після того, як я вижу. Да, да. Вот буде місце зрителя, тільки там тільки буду я. Так, гаразд. Ну, давай поринемо у твоє дитинство. А на сьогоднішній день, да, ти в збірній Україні, ти виступаєш... на вже величезних змаганнях. Тільки що ми бачили одну з найліпших твоїх ігор. А з чого все починалося? Ну, починалося з того, що у мене баскетбольна сім'я. У мене отець тренер, мама баскетболістка, поэтому я, в принципі, даже не помню себе без баскетбольного м'яча. Вот. Всегда хотел совершенствоваться, всегда мне нравился баскетбол с самого раннего возраста. Я всегда смотрел с папой баскетбол, постоянно интересовался, как, что, как лучше. Даже уходил там с последних уроков школы, там говорил просто, что мне нужно на тренировку, и чтобы побыстрее можно в зал приехать и провести там 2-3 тренировки каких-то как бы с отцом и дополнительно еще поработать. Я этим жил как бы с самого детства. А що далі? Як правильно? Давай так, крок за кроком розберемо, що треба зробити, щоб дістатися збірної команди України. Бо мене часто, знаєш, запитують таке: Надя, чи віддавати мою доньку в збірну України? Я кажу, в збірну України ніхто не віддає.
туди потрібно просто через кров, пот, сльози якось дібратися, потрапити і потім ще затриматися там. 100%. Тому що збірна України в баскетболі – це вже серйозний рівень, і потрібно доказати, що ти достоїн там грати. І я пройшов всі збірні, починаю там з самих ранніх збірних України до 16 років, там 18 років, 20 років. Я в усіх збірних був практично по два рази на рік старше. Я завжди мечтав грати за збірну України. Ну і щоб туди попасти, саме головне, потрібно працювати. Потрібно працювати постійно, доповнительно, тому що якщо ти працюєш багато, ти знаєш, що ти превосходиш как бы в часах наработанных на площадке, и ты знаешь, что ты будешь со временем лучше, чем твои противники. Ну гаразд, яка система? Що потрібно зробити, щоб потрапити в збірну? Вийти, ти виступаєш за якусь-то команду, потім твоя команда виїжджає на чемпіонат України, там на тебе дивляться, чи по очках, чи як? Нужно прежде всего хорошо играть, то есть, что собой это подразумевает, нужно прежде всего это забивать очки, потому что все тренера смотрят, как игроки умеют забивать. Ну и, конечно, есть такое, как позиции, которые там умеют отдавать игроки, хорошие передачи для тех, кто забивает, вот, или делают какую-то определенную работу в защите хорошую. Но нужно выделяться в чем-то и делать, чтобы видели, что ты лучше делаешь свою работу, чем другие. Вот. А твоя фишка яка? Я в кольцо трьохочкове забиваю дуже часто. Слухай, а що ти думаєш, про що ти думаєш, от під час ти кидаєш м'яч, так однією рукою хопа, дивишся на нього, чи двома ручками? Ні, ну, я держу двома, бросаю. Да, правильно. Да. Тримаєш двома, але кидаєш однією, да? Ти правою кидаєш? Да, я правша. Ти правша. Окей. І ось про що ти думаєш? М'яч летить. Ось кільце вже близько. Иногда, кстати, мяч так долго летит вообще. У меня реально такое один раз было, что у меня время прям как растянулось. Хотя я там не трехочковый бросал, с-под кольца на последних секундах в товарищеском матче. Мы когда-то играли против сборной Греции. Я выбросил мяч, и у меня мяч летел. У меня такое чувство, что 5 секунд. Ну, а на самом деле это все так быстро произошло, но оно такое чувство, что это так долго идет, и что ты смотришь за это время, успеваешь там реакцию людей увидеть, все посмотреть. Ну, очень много всего успеваешь, и, ну, иногда мяч летит, конечно, очень долго. Особенно, когда он забивает. Ну, да. Слухай, а ось той момент. Кинув м'яч, здається, все правильно, все круто, хоп, він відбивається у кромку, да, кільця і відлітає, як дуже часто ми бачимо. Чи він вже майже залітає, потім крутиться і хоп, вилітає. Від чого це залежить? Від того, як техніки твого китка? Да, ти якось там пальці направив, якось підкрутив м'яч, і тому він вже по інерції рухається в ту чи іншу сторону, вилітає. Чи від чого? Прежде всего, наверное, ну, техника, ну, как бы игрок, который бросающий, это называется шутер. Вот, у таких, такой позиции у техника, в принципе, не меняется особо. Это зависит от того, там, через защитника он бросает, с какого положения он бросает. Но если там он бросает свободный, даже бывает мажут, когда свободные. То есть для хорошего шутера, который это делает, там 45% попаданий – это очень высокий процент. Это очень хорошие шутеры бросают 45%. Это, я не знаю, уровень даже NBA. Нагадаю, що партнер проєкту «Моршинська спорт» – правильна вода, що підтримує гідробаланс організму під час тренувань. «Моршинська спорт» – перше правило тренувань. Так, ти на сьогоднішній день гравець команди «Будівельник», да? Угу. Розкажи в двох словах про вашу команду. «Будівельник» – це, прежде всего, команда з самой большой історією в українському баскетболі, тому що ця команда почала свій путь з как 40-х годов, каких-то 40, какого-то, не помню, 47-го или 46-го. Вот, и эта команда как бы уже тогда побеждала. Всегда это была работоспособная команда, которая всегда в топе, которая играла на самых высоких уровнях. «Будівельник», не помню, около 7 раз выигрывал чемпионат Украины. И около 5 раз выигрывал
Кубок Украины, может даже больше, это не точные цифры. Вот поэтому это очень команда с большой историей, и представлять ее и играть за нее — это большая честь. Вот поэтому даже тренера любые, у нас вот сейчас вот Атыш тренер, он не забывает об этом, и он все время говорит, что у этой команды огромная история, которую нужно уважать, и когда ты выходишь на площадку, нужно знать, что за кого ты играешь. Слухай, інвестори вашої команди, да? Угу. Це ж ну, не державна команда, не державна, а частний підприємець, так сказати, вас інвестує, правильно? Ну, у нас владелець команди Богдан Гулямов, вот, он інвестує в команду, он знаходить спонсорів, вот, і он розвиває команду вже не один рік. Он взяв під своє крило команду, наверное, лет 10 тому назад. Вот. И он держит команду, держит уровень, очень много вкладывает своих или спонсорских денег. Это не имеет значения. То есть, ну, он держит команду на огромном уровне. А где вы тренуетесь? Сейчас мы въехали в новую, как бы, арену. Относительно новую, ну, для нас она новая. Это Gym Max, находится в Новопечерских Липках. Очень хорошая арена, подписали контракт с ними. И там отлично, ну как бы зрительских мест не так много, но в условиях коронавируса сейчас и вообще в данных, в нынешних условиях отличная арена с отличными условиями. Ну да, она европейская такая. Да, 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 там все на самом высоком уровне, и если бы, конечно, еще больше мест было, вообще бы было супер. Но сейчас там усовершенствуют, и будет больше мест, чем там есть. На яких позиціях граєш, на які позиції зараз ти граєш? Ти був вже найкращим бомбардиром, да, і залишаєшся їм? Чи ну, бомбардир — це не позиція, це просто чоловік, який забиває. А позиція сама, ну, защитник, защитник, вот називається по-українськи, по-русски. Вот, и защитник, он уже собой как бы представляет, что он играет в защите, и потом уже в нападении он там может забивать, но позиция сама называется защитник. Гаразд, а як обирають, на які позиції ти будеш грати? Позиції, в принципі, розподілені собой, грубо говоря, по росту в основном. То есть, ну, это если банально говорить, да, 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 потому что есть центровой, который самый высокий в команде, самый сильный должен быть. Который играет под кольцом, есть потом дальше уже тяжелый форвард, легкий форвард, разыгрывающий. То есть, в принципе, сейчас в данных тенденциях чем выше игрок, тем лучше, но в основном самое характерное отличие — это рост. Вот чем выше там, ты центровой, там, ты поменьше, ты, у тебя там лучше какие-то скиллсы. Ты играешь на позиции тяжелого форварда, там ты хорошо бросаешь кольцо, ты легкий форвард, но все должны защищаться. Да. Слухай, ну мені іноді здається, коли я бачу, як ви граєте, да, ну і під час гри різне буває, хтось в когось влітає, і мені здається, там просто можна і голови розбити, якщо не щось зламати, і ну ви ж не маленькі хлопчики, так сказати, да? Такі... Ну да, да, да. Ну буває всяке, бувають травми. І у мене була дуже серйозна травма, і я бачив, коли дуже страшні речі відбувалися на площадці. Да, в той же NBA постійно какие-то травмы каждый год, там крестообразные связки рвутся, ахиллы, ну то есть это спорт, никто не застрахован от травм, от падений, и это неприятные очень вещи, поэтому, ну это обратная сторона спорта, которая никуда не девается. Ну, знаєш, я там нещодавно Ірина Кіндзерська приходила, да, в неї бронза на Олімпіаді дзюдо, і ось вона розповідає, що ну да, травми є, але не сильні, да. Хоча мені здавалося, що в дзюдо там будуть, ну, сильні травми. А ось ти, баскетболіст, там кажеш, що, ну, реально там рвуться м'язи і все решта. Давай тоді від цієї теми підемо до твоєї поїздки в Америку, да, і потім до твоєї травми, якщо ти не проти. Ти їздив в Сполучені Штати Америки, це була поїздка до Farm Group NBA, наскільки я розумію, Ліга G. Це був драфт в NBA, правильно? Ну, изначально, как моя история началась, что я поехал в лигу, летняя лига NBA, я играл за Chicago Bulls, вот, меня туда позвали, я с ними работал, тренировался, потом летнюю лигу мы отработали. А, вибач, скільки ти з ними грав?
Около месяца это все занимало. До этого, конечно, были просмотры в клубах NBA, то есть команды себе выбирали. Это уже после драфта. Ну а драфт непосредственно с собой команды просмотры устраивают. По 4, по 5 человек приезжают, как бы у них свои просмотры, там смотрят игроков. Если ты подходишь, они тебя ставят на карандаш, не подходишь, едешь на следующий на просмотр. Не, никто там не играет. Вот. На иглу, я говорю. Ну, на иглу, ну да, да, да. Просто едешь домой отдыхать. Да, вот и все. Вот поэтому, как бы, у меня было несколько просмотров. Наверное, я там не подошел. Ну, как бы Чикаго захотела меня видеть в летней лиге, и Вашингтон меня приглашал в летнюю лигу. Вот, но на драфте меня не выбрали, то есть я не был выбран на драфте. Вот, мой друг был выбран на драфте. Его выбрали, Лос-Анджелес Лейкерс, Святослав Михалюк. Вот. А после этого, как бы, я уже поехал в летнюю лигу. В летней лиге играл за Чикаго, и потом у меня было несколько предложений продолжить карьеру в Чикаго и в Вашингтоне, в G-лиге. Вначале в лагере NBA попробовать свои силы, и потом уже там как пойдет. Если ты подойдешь к команде, тебя оставят, не подойдешь, ты в G-лигу можешь пойти. Это очень хороший експеріенс був для мене. А, нагадую, поруч зі мною Олександр Кобець, наш український баскетболіст, і говоримо про баскетбол та його поїздку в Америку і про NBA. Так, скажи мені, будь ласка, драфт. А що це таке? Це відбірковий тур, так сказати, відбірковий, я не знаю, ну, не змагання, це ж правильно? Це... Ні, це непосередньо, це називається драфт-лотерея. Вот, почему она так называется? Потому что команды NBA, они тянут в лотерею себе номера, по которым они будут кто первый, кто второй, кто третий, кто четвертый. И потом они могут выбрать любого игрока, который есть в списке по очереди. Вот. И это уже после всех просмотров, после всех рейтингов, как бы у них есть свои рейтинги, кого-то они поставили на карандаш, кого-то они хотели выбрать, там кого-то еще, кто-то там на будущее смотрит, у каждого свои задачи и цели. Вот, и так работает драфт. Он проходил в Нью-Йорке в мой год, это был 2018. Вот. Нещодавно прям. Ну, класс. Как? Да, уже 3 года назад. Угу. Да, вот, и там проходит, в Madison Square Garden проходил он. Непогано так. Ну да, да, да. И 60 человек всего выбирают. 31 раунд, 32 раунд, и все. Угу. Гаразд, а як NBA, да? Madison Square Garden, окей, ти з Києва, з України, да? Як туди потрапити? Є якісь то змагання, де... колегія, так сказати, з NBA дивиться на гравців і потім кличуть тебе в Америку, щоб ти туди летів і грав. Чи уся команда летить, чи як це? Ти можеш грати абсолютно в будь-якій лігі. NBA – це така структура, що у них в кожній команді є по 30 скаутів, які слідять за всіми лігами, за всіми абсолютно. Ти можеш грати в Україні, ти можеш грати, не знаю, там, в Грузії, неважно взагалі, де ти граєш. Если ты хорошо играешь, ты там, видно, превосходишь своих соперников в разы, то, конечно, за тобой будут следить, и неважно, в каком уголке мира ты находишься. NBA-структура, которая просто знает все об игроках, абсолютно все, про любого игрока. И они следят, если они, бывает, следят за игроками с 15 лет, 16 лет. Очень долгий путь, то есть туда просто так никого не берут. Слухай, ну, а ось які емоції, да, ти прилітаєш, Madison Square Garden, ти вперше грав в Медісоні, правильно? Я не грав там взагалі. Ну, драфт там був. Ну да, он один раз в житті проходить, как бы, да, вот, и, ну, это как бы, как он проходит, выходит человек на сцену, этот человек, это Дэвид Стерн был, а сейчас... Ведучий Дэвид Стерн. Был, угу. Да, он когда-то был, а он уже в 2018 уже не был. Сейчас я забыл, кто комиссионер NBA. Да, вот, он выходит, он читает с листика, там, кто, какая команда берет какого игрока, и так 60 раз он делает. Первый раунд называют, первый раунд 31-х, а потом второй уже раунд, другой кто-то выходит.
и читают также список, и тебе кепочку дают, ты радуешься там, и все. Первый раунд — это гарантированный контракт NBA. Это очень круто, и все, кто выбраны в первом раунде, просто получают гарантированный контракт на 3 года. Ну, кайф. Не, это вообще супер, это очень круто, они все радуются, все их семьи. Это большая возможность для игроков, конечно. Слухай, а знаєш, такий приклад проведу. Часто там, ну, ми чуємо, як в балеті, да, наприклад, в пуанти там щось скло підкладають чи ще щось, ну, якісь то погані речі роблять, щоб своїх, так сказати, конкурентів позбутися. А в баскетболі якісь такі речі бувають? Ось там вже, я не знаю, на кону там цього дню, да, драфту, там, хопа, щось там зробили погане, щоб, ну, это нивелювати. Ну, в баскетболе это невозможно сделать, в принципе, такого нет, но просто каждый ты можешь доказать индивидуально, что сильнее, чем этот игрок. Просто выходишь и играешь лучше, чем он, один в один. То есть у нас нету такого, как бы в балете есть такое, потому что ты не можешь напротив этой балерины танцевать, и кто из вас лучше, батл такой. Такого нет, вот, в принципе. Ну, может, и есть где-то там, но в принципе так не принято, и так не определяется, кто сильнее. Вот. А у нас в баскетболе так определяется, потому что ты можешь быть сильнее, чем другой человек, и просто доказывать, выходить и обыгрывать его, и все. Слухай, ну я згадала, ти грав в Chicago Bulls, да, і я жила в Chicago, і в якомусь то залі зайшла в баскетбольну арену, да, ну це спортивна арена, де також баскетболісти тренувалися, і ось ця величезна арена була перекрита, ну, такими величезними важкими шторами, так сказати, ну, не штори, я не знаю, завісою, да, щоб, ну, зал поділити. І там були величезні портрети, просто від підлоги до стелі, ну, найкращих ігроків Chicago Bulls. І я пам'ятаю там, ну, і Джордан, да, і все. І я така, ну, я й сама маленька, да, не дуже висока. Я заходжу на цю арену, просто піднімаю голову і думаю, о май гад, ось ці всі ігроки Chicago Bulls, знаєш, там поруч зі мною, і я така з м'ячиком, зі стрічкою така. Ну, емоції крутезні. І особливо в Chicago, там же є великий монумент Майклу Джордану. Пам'ятаєш, да, його? Да, конечно. Я там був, і в этом залі був, і да, і там очень круто. Мені нравится Chicago. Очень класний город. Вообще в баскетбольном плане и вообще для жизни очень, очень классно. Ну, вот в цій арені, як вона називається, до речі? Не помню название арени. Если честно, вот пытался только что вспомнить, не могу вспомнить никак. Ну да, я також не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я там була на концерті, але я не пам'ятаю також, як і називається. Але біля Майкла я намагалася сфоткатися. Ну, правда, там була купа людей ще таких, як я, сфоткатися, і не вийшло. Скажи, що тобі ось запам'яталося? В тебе є крутезний досвід, да, співпраці там з NBA, Chicago Bulls, ну і взагалі там перебування в Америці і серед цих команд, ігроків. І там менталітет інший, і підготовка інша. Різниця, вот, ось на твоєму досвіді. Звісно, різниця существенна, прежде всего, в індивідуальному мастерстві. Там намного більше команд, коледжі, там совсем другой уровень конкуренції, і как бы баскетболом, в принципі, займаються там намного більше людей, поэтому уровень конкуренции растет, и растет уровень конкуренции тренеров. Тренера стараются быть лучше. Также инфраструктура отличается очень сильно. То есть даже, наверное, нет такого. Не знаю, наверное, может, характер какой-то украинских баскетболистов лучше или там сильнее, чем у американских. А так, в основном, конечно, американские баскетболисты имеют намного больше и лучше условия для развития. Слухай, ну ти поїхав з Америки, да? Америка, Чикаго, Черкаси. Да? Тільки що схожого, тільки буква, початкова буква назви цих місць. Да, ну, да, різниця существенна, но я как бы в Чикаго грав місяць, а потім я прилетів в Вашингтон, і я в Вашингтоні в команді був уже, я грав за Вашингтон, поэтому я намного більше прожив у Вашингтоні. Разница просто неимоверная даже с тренировочного процесса. Ты приходишь в зал, там те условия, которые тебе предоставляют,
У нас нет таких условий, в принципе, вообще в суперлиге украинской, я не знаю, в самых богатых командах, и просто нету таких условий, даже никак сравнить это. Ну да, а емоційно не складно? Поначалу было тяжело, а потом просто привык там к тому, что такие условия, вот так вот, все супер. Все, что тебе нужно, ты имеешь. Ну, я маю на увазі навпаки. Спочатку ти там, в топі. Вау, Вашингтон, ну, мрія, капець, да. Опа, Черкаси, да, непогано, але ми розуміємо. Америка, там, світовий баскетбол, да. Ну, наприклад, художня гімнастика в Америці не дуже популярна. Ну, не дуже на рівні. Спортивна, да, художня, ні. То, наприклад, якщо ти в збірній з художньої гімнастики в Україні, це круто. Якщо ти в збірній з художньої гімнастики в Америці, ну, то таке, да? А тут навпаки. Ну, конечно, да, да. Все наоборот, потому что в Америке там в сборную вообще единицы попадают. Они все игроки там всего лишь в сборную там 20 человек, 30 человек там попадало. У них в Америке это нереально сложно. Если ты играл за сборную Америки, то ты вообще там супер топ. Як і супер топ, партнер мого проєкту «Моршинська спорт» – правильна вода, що підтримує гідробаланс організму під час тренувань. «Моршинська спорт» – перше правило тренувань. Травма. Ти поїхав із-за травми, правильно я розумію? Ну, не зовсім. Я поїхав за збірну України грати. Ми грали відбор на чемпіонат світу. Я, якби, коли уїжджав, я дав обіцяння, що я все-таки прилечу в збірну і допоможу збірні на чемпіонаті світу, на відборі. Таке умови, якби... Я пообещал себе и так бы в Черкасах, и владельцу, президенту федерации, вот, и поэтому я сдержал слово, приехал поддержать как бы нашу сборную, мы выиграли Словению на отборе на чемпионат мира, и на последних секундах я получил разрыв передней крестообразной связки, это очень серьезная травма, одна из самых серьезных в спорте, я вылетел почти на полтора года. И еще и полгода коронавирус начался, сразу все чемпионаты позаканчивались. То есть 2 года я не играл практически вообще. Ну, може, з одного боку і гарно, тому що майже ніхто не грав, і ти лікувався. Ну, кстати, да, да, таких полгода було от відпочинку для всіх. В мене така ж сама історія. Я прооперувала коліно, і почався карантин. І всі говорили, це карантин зробили для того, щоб ти, Васіна, на милицях не побігла виступати. Сиди 100%. Вдома. І ти сидів вдома з травмою. Слухай, а ось такі травми. Хто потім піклується за спортсмена? А ти сам чи інвестор допомагає, команда, збірна, держава? Як це відбувається? Хто оперував? Ну, операцію ж потрібно було проплатити. Ну і потім? Ну, у нас в країні, мабуть, в основному ти нікому не потрібен, якщо травму отримав. Це ж стандарт у нас. І це вже, в принципі, вважається за нормальне відношення. Тобто, якщо ти травму отримав, ти нікому не потрібен. Мені, як би, з травмою, мою травму страховка не покрила. Не знаю, там что-то то ли страховки не было, там какие-то проблемы. Тобто ты приехал підтримати країну, а отримав травму? И... Ну, конечно, конечно. Если бы не президент федерации, который оплатил мне всю операцию, который это все сделал со своего кармана, то есть он не обязан это был делать. Но наша просто страна не развита к вот таким травмам спортсменам. И это уже обычная как бы история. Ну, наверное, в футболе не так. Это, наверное, только в футболе у нас не так. Потому что в футболе как бы больше переживают за игроков, и у каждого игрока есть своя стоимость в миллионах, которая оценивается, поэтому это не так. А в остальных видах спорта ты получаешь травму, ты никому не нужен, кроме себя, своих родителей, там, своего ближайшего окружения. Ну, гаразд, якщо не секрет, скільки плюс-мінус було витрачено на операцію, реабілітацію спортсмена, гравця національної збірної України з баскетболу в доларах, я не знаю. Скільки. Ну, мені кажеться, около 70, може, 80 тисяч доларів. Очень дорого, это, да. А ти тут оперувався? В Америці, я в Америці операцію. А, все, зрозуміло. Я тобі підскажу тут лікаря? От такий. Ні, я тобі серйозно говорю, не дай Боже. Ні, я знаю, как бы тут врачей, но одно дело оперироваться тут, а другое дело, когда тебя оперирует
человек в Америке, который сделал этих операций миллионы, который оперировал игроков ведущих, и которые ты ложишься к нему под нож, и ты знаешь, что лучшие игроки, которые играют, они ложатся к нему же под нож. То есть, не, ну, зрозуміло, да. Это совсем, совсем другое. Ты можно сделать операцию за 10 тысяч гривен, просто сам факт, как ты себя будешь чувствовать после этого. И насколько ты доверяешь, как бы, докторам. Если я был уверен, что меня тут отлично прооперируют, и как бы у нас есть отличные врачи, никто же не спорит. Просто у меня не было на тот момент врача, которому я могу доверять. Ну да, це найголовніше, тому що да, в моєму випадку в мене був тут лікар, і просто ну тут фу, руки фантастичні, золоті, так сказати. І їхати не потрібно, на Олімпійську потрібно було проїхати дві станції метро. Можливо, так. Да, а давай про тренування поговоримо, про травми вже поговорили. Наскільки важкі у вас тренування, як багато ви проводите часу в залі? Очень много мы проводим времени. У нас сейчас тренер специфический, у него подготовка своя специфическая, методика, я не знаю. У нас бывает, мы собрались 15 августа, и у нас мы работали по схеме, мы с пацанами уже прикалывались. 20 тренировочных дней, 0 выходных. Это первый раз в моей жизни у нас такая схема была. Це не Дерюгіна вас тренувала, бо в неї взагалі вихідних немає. Может, иногда оказалось, что, наверное, Дерюгіна, потому что я слышал тоже за нее, что она очень не любит выходные дни, ей не нравится. Самотня людина, їй нема чого вдома робити. Да, поэтому вот у нас, наверное, такая же история. Вот мы работали по схеме «Тренируйся, еще раз тренируйся». Вот, и мы тренировались, там потом поехали в Турцию на предсезонку, провели очень хорошую предсезонку с сильными командами, потом вернулись в Украину, тоже провели отличную предсезонку, но немножко нам не хватило где-то сыгранности, потому что у нас игроки только доезжали, и они, я не знаю, еще до сих пор доезжают. Вот поэтому, наверное, мы и уступили вчера, потому что в сыгранности как минимум, потому что Прометея команда уже сыграна намного лучше, и они там прошлогодних игроков половину больше оставили, а у нас все игроки новые, поэтому вот так. А тренер украинец, чи купляют тренеров? Есть тренера украинцы, которые тренируют команды в украинской суперлиге, у нас тренер латыш, первый и второй тренер латыш, вот, да, в других командах, он Киевбаскет есть тоже латыш, в основном, ну, вот у Прометея иностранец, израильтянин, вот, поэтому топовые команды ведущие стараются, конечно, подписать иностранца, но, конечно, если бы был топовый украинец, все бы подписывали топовых украинцев, просто сейчас все больше стараются развивать команды и считают, что топовые иностранцы, иностранные тренера, они намного лучше знают, как работать. А вы с перекладачем по типу тренер, перекладач? Не, у нас тренировки на английском. О, серьезно? Да, конечно. Всегда. Кайф, как круто. То есть вся команда знает английскую мову? Ну, конечно, у нас 5 американцев, которые общаются только на английском. Ну, в принципе, да. И, ну, ты обязан знать английский, чтобы понимать тренера на тренировке. Конечно, он латыш, он и на русском разговаривает. Если надо тебе на тебя поматериться на русском 100%, вот, поэтому... Ну, английскую на камильфо, потому ну, что да, мы знаем украинский. На русском он получше может, вот. Так, а скажи, будь ласка, твое первое правило тренувань? Самое главное — это растягиваться, чтобы не получить травму, и будешь здоровым человеком, будет все отлично. Ну да, вже на твоєму досвіді після травми такої, да, з м'язами. І пити воду, кстати, обов'язково. А вам дозволяють пити воду? Обов'язково. Це найголовніше правило. В NBA є такий лозунг «Stay hydrated». Це значить, що потрібно випивати як можна більше води, хоча б там 3 літра, 3-4 літра за день для спортсменів, тому що спортсмени дуже багато води втрачають. І дуже багато потрібно восстанавливать свой водный баланс, и тогда тело лучше себя чувствует, и, в принципе, вообще все очень хорошо. Слухай, а нема такого? Нам Дерюгіна завжди не дозволяла пити, і потім там її дуже багато там федерації ФІЖ, Міжнародної федерації гімнастики, просто сварили по типу, ну, діти висихають. Ну, по типу, вологі ладоні, кидаєш м'яч сослизнув і адіос. Та ні, такого у нас взагалі нет, то есть тело себя начинает наоборот плохо чувствовать, если ты не пьешь воду.
ты должен постоянно восстанавливать свой водный баланс, и ты будешь чувствовать себя комфортно. Твои мышцы, это твоим мышцам нужна вода, твоему телу. Мы все-таки состоим на 80% из воды. До речі, воду можна пити, вона не просто стоїть. Да, можна, як... кстати, да. Все, фух. От я так переживав, думаю, вже можна или нет. Я ж тобі на початку ефіру сказала, що пити можна. Я шучу, на самом деле. Бо в мене тут води купа. Гаразд, їдемо далі. В двох словах, розвиток українського баскетболу. Тоді і раніше. Тоді і раніше, що я сказала? Тоді і зараз. Ну... Я пришел в Суперлигу в 16 лет, даже в 15. Мне было 15 лет, тогда у нас был тренер серб в Черкасах. Ну и тогда был достаточно сильный уровень. Это было до кризиса, до войны, вот в принципе. Поэтому все было в топовом уровне, очень много команд было. Сейчас баскетбол поднимается, сейчас он уже выходит на тот уровень, который был тогда. Вот, и потихонечку уже набирает обороты, вкладываются деньги, приходят инвесторы. То есть все сейчас намного лучше, чем было 4 года назад, 5 лет назад. Вот, поэтому сейчас вот, потихоньку становится все лучше и лучше. И деньги лучше, и легионеры качественнее, тренера дороже, условия лучше. То есть все каждый день лучше. В этом во многом заслуга федерации, потому что... Президент федерации, он находит спонсоров для многих команд, для, я бы сказал, даже для большинства команд. Он помогает, и вообще тот курс, который сделала федерация, многие там плевались последние 5 лет, а сейчас тот баскетбол, который пришел к нам сейчас, вот это заслуга федерации. Слухай, ну то, що я казала тобі вже поза ефіром, я так рада, я чую від спортсменів, що... В них все степ-бай-степ, крок за кроком розвивається. І я просто іноді заздрю, тому що я там пам'ятаю, як ми тренувалися, да, коли в залі там температура просто 7 градусів, да, заходиш там просто, ну, дихаєш, а в тебе, я не знаю, ну, пар. І рухатися неможливо, да, були такі умови, і стіни були всі розламані в нашому залі. Збірна України тренується, одна на кращих команд в світі, а умов, ну, просто жах. Ну, про таке я вже зараз не чую, що спортсмени є, і слава Богу. Ну, я думаю, стабільність приходить вот для спортсменів, прежде всего, от ситуації в стране. Тобто, чим стабільніше ситуація в стране, чим курс долара у нас стабільніший, як це не банально звучить, тим спонсори, у спонсорів більше денег, тим вони можуть більше денег давати на спорт. Вот все це само собою зв'язано. А спорт поза політикою чи ні? Ну, как показывают сейчас, у нас спорт – это политика есть. Ну, вот. Я дивилася, повертаючись до вашої вчорашньої гри з Прометеєм, да, за Суперкубок України, було купа коментарів, де писали не українці, а з Росії, про те, яка славетна Росія, величезна, незрозуміло, що ці коментатори робили в коментарях на Ютубі, коли грали дві українські команди. Да вообще, в принципе, на Ютубе там есть боты какие-то, которые там постоянно пишут то, что нужно, да и все. Это, в принципе, стандарт. Вот я думаю, уже даже никто внимания не обращает. Если там 3-4 года назад кто-то в перепалки какие-то словесные вступал, то сейчас уже вообще всем все равно. Все уже настолько привыкли к этому, что это даже не удивляет уже вообще. Ну, а яка політика у вас? Як правильно ви, баскетболісти, вибудовуєте свої відносини з іншими країнами, ну і з Росією, з якою у нас вже війна 8-й рік йде? Ну, звісно, у нас, как бы, в першу чергу, у нас інформаційна війна, скажімо так, поэтому ми бачимо, як олімпійці, там хтось сфотографувався, кто-то посмотрел не так, кто-то, и это уже сразу кипиш, сразу СМИ поднимают это, потому что это хайповая тема, и сразу это все популярно, это все круто, все сразу выносят, это, ну, это любят выносить, потому что насколько напряженная ситуация с Россией, вот именно информационная, даже больше, что вот именно тема России у нас на данный момент сейчас самая хайповая. И где-то кого-то, любого спортсмена, даже неизвестного кого-то цепануть там за то, что он сказал,
это уже можно раскрутиться. Некоторые спортсмены даже специально что-то делают, чтобы раскрутиться. Потому что сразу любая даже самая плохая, если тебя обсуждают в самом плохом свете, это все равно реклама. Ну, гаразд, а як ти ставишся? Як правильно спортсмени мають себе вести, дивлячись на війну, на те, що кожен день там на фронті гинуть військові, звичайні люди? І ось спортсмени, ви як лідери країни, які виступають в Chicago Bulls, Washington, да? Які на Олімпіаді займають чи не займають призові місця, неважливо. Це обличчя країни. Як ось це обличчя країни має правильно себе вести? 100% правильно подмітили, це лицо от іменно страны, поэтому нужно следить как бы за своими действиями. И мы все понимаем, что вот наша страна выделяет определенный курс, который мы должны идти. И, конечно, у каждого там человека есть свои какие-то определенные мысли по этому поводу, у кого-то там родственники в России. Но мы должны не забывать, что мы представляем страну, и какие-то определенные выражения там мы не можем себе позволить, или определенные, не знаю, там фотографии с русскими, или что там с русскими блогерами, какие-то интервью. Ну, это определенная история обычная, то есть здесь ничего такого нет, и, ну, это просто наша направленность, курс нашей страны сейчас такой. Если это изменится через время, и это будет нормальным, то мы будем уже как бы по-другому реагировать. А сейчас спортсмены — это всегда заложники ситуации, вот. Це так завжди було і буде. Ну, дуже важливо, щоб спортсмени також розуміли, що вони роблять. Бо я вже там 2 роки веду спортивне шоу, да? І я бачу, як спортсмени не можуть висловити правильну думку і розподіляти, де є спорт, де є персональні відносини, де є відносини між країнами, і як от правильно вибудовувати ось цю лінію, да? Між особистим, персональним, публічним, да? І часто ти чуєш там, ну, дивні речі, які просто на голову не налазять, і потім СМІ бере ось якийсь то маленький хоча б факап спортсмена, ну, і розкручує це до трагедії, навіть якщо це просто було маленький такий факапчик. Ну вот про фотографію з олімпійською призеркою забув я фамілію вже. Легка атлетка, да. Да, вот. Она же потом еще раз сфоткалась, но уже просто никто это не раскручивал. Там она еще раз сфоткалась с русской спортсменкой, ну, как бы там уже общая групповая фото была, но она как бы была... А, пресс-конференция была? Не-не-не, там она сфотографировалась, там где-то кто-то заканчивал карьеру, и она еще раз как бы вместе... Ну, нафоткалась, да? Просто уже не раскручивал никто, да, но в принципе... Ну, просто нужно понимать, да, но она же на эмоциях была, тут ничего такого. Тут нужно и понимать сторону спортсмена, и что такое выиграть серебряную медаль, и как себя после этого чувствовать. Я думаю, ну, после этого уже вообще ни о чем не думаю. Ну, а після всього цього взагалі не про що не думала. Так, і перед тим, як ти візьмеш гімнастичну стрічку, яка лежить перед тобою, поп'єш моршинської, давай, заряджайся енергією, бо потрібно буде плясати. Маленька, коротенька порада починаючим чи діючим баскетболістам? Прежде всего, это трудоспособность. Трудоспособность на первом месте, потому что... Если у человека даже есть талант, который проявляется с раннего возраста, но человек не трудоспособен, он не сможет дойти до вершин, которых даже человек, не имеющий таланта, но имеющий трудоспособность, может достичь. Дякую. Ти можеш встати, посунути стілець в сторону, взяти стрічку. Це мій перший раз буде зі стрічкою. Со стрічки. Ну, знаєш, на майбутнє, ну, можеш просто, це буде твій виграшний танець. Хопа, вдалий шутер. А ти можеш, будь ласочка, бути ось там, тому що тебе... А, камери не знімають, стоп. Да, можеш тут. Тобто знімають достатньо, да. Я хочу нагадати, що зараз поруч зі мною Олександр Кобець, один з найкращих баскетболістів України, який був в NBA, намагається щось зробити з гімнастичною стрічкою. Ну, майже так. Знаєш, як в тебе вийде? Ось так над головою покрити такий, я дітям кажу, ураган. Поки Олександр Кобець намагається розкрутити гімнастичну стрічку, нагадую, що з вами був проєкт Надя Васіна Шоу. Займайтеся спортом, партнер проєкту Моршинська Спорт. І дякую, і до побачення.
Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20:00. Надя Васіна шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну.